Теремок ТВ представляет. Всем привет! Сегодня мы продолжаем нашу викторину. Поприветствуем наших участников. Банан, арбуз и вишенка. Внимание, первый вопрос. Кто в этом ряду лишний? Банка, птица или белка? Это птица. Арбуз, обоснуйте свой ответ. Потому что она любит клевать косточки, а у меня их очень много. С этим, конечно, не поспоришь, но это неверный ответ. Это банка! Это правильный ответ! Вы можете объяснить, почему? Да, потому что банка не живая. Все верно! Вишенка получает 10 очков. Внимание, второй вопрос. Посмотрите на экран. Вы видите пирамиду Хеопса и Эйфелеву башню. Что из них выше? Они одинаковые. Почему вы так решили? Ну, конечно, одинаковые. Видно же на картинке. Они одного размера. Банан, вы ничего не поняли? Это они на картинке одинаковые, а в реальности они разные. Эйфелева башня высоту 301 метр. Значит, и пирамида Хеопса тоже. Так, Банан, откуда вы знаете высоту Эйфелевой башни? Она действительно 301 метр. А я прочитал об этом в путеводителе, когда гулял по Парижу. Вы были в Париже? Конечно, был. У меня даже фотография есть. Банан, да вы полны сюрпризов. Ну так что, есть у нас правильный ответ? Да, Эйфелева башня выше. И это правильный ответ. Высота пирамиды Хеопса 139 метров, а башни 301. Вишенка получает еще 10 очков. А теперь следующий вопрос. Какое животное имеет такую окраску? Кажется, я знаю. Это... Ой, кажется, я забыл. Это хищный арбуз? Ты чего, арбуз? Это же тигр! Банан прав. Это тигр. Ну а это вы откуда знаете? Я очень люблю тигров и знаю о них все. Даже умею рычать, как они. Банан получает 10 очков. Внимание, следующий вопрос. Какую геометрическую форму имеет мяч? Я знаю! Это шар! Я тоже шар! Это правильный ответ! Арбуз, вы молодец! И получаете 10 очков! А теперь последний вопрос. И он на 20 очков. Воу-воу-воу! Целых 20 очков! Вопрос о домашних животных. Какая порода собаки считается самой умной? А что такое собака? Эта порода собак называется бордер колли. И Вишенка молодец! Она получает честно заслуженные 20 очков. Ну а теперь пора подвести итоги. У Вишенки 40 очков. У арбуза 10 очков. И у банана тоже 10 очков. Сегодня победила Вишенка! До встречи в следующий раз! А теперь обнимашки!